Ребят, привет! Сегодня у нас посылка, которая шла 40 дней. Интересно она будет для тех, кто любит электронику. Сейчас покажу почему. Здесь не просто так стоят аккумуляторы 18650. И это я заказал боксы под аккумуляторы 18650. Что себе представляет такой бокс? Пластиковый корпус с пружинами и проводами, куда можно монтировать наши батареи 18650. Где она будет полезна? Давайте я сейчас покажу. Вот, например, вот такой вот аккумулятор, никель-металл-гидридный, от робота-пылесоса маленького. Здесь используются старые аккумуляторы, никель-металл-гидридные, общим вольтажом 14,4 вольта и емкостью 2000 мАч. Скажем так, вот такую вот батарею можно заменить четырьмя батарейками 18650, по размеру они даже, видите, подходят. И вольтаж будет чуток больше, там 14,8, да, вольта, это несущественно. Но зато емкость может быть гораздо больше. Например, вот такие вот аккумуляторы 2400, такие вот это 2600, и вот эти, я не помню, вроде 2100 или 2200, я уже не помню. Эти аккумуляторы, как вы знаете, берутся с ноутбучных аккумуляторов. Вообще используются они везде, начиная от ноутбучных аккумуляторов, заканчивая автомобилем Tesla, как вы знаете. И вот их надо менять. Например, еще вон в шурупокрутах или в любых других девайсах. Ну, кому интересно, я думаю, он понимает, чем полезны эти боксы. В принципе, можно аккумулятор сюда монтировать, потом его снимать и заряжать любимым зарядником, который есть у нас под руками. А между собой скреплять такие боксы можно в любую конструкцию. Например, склеивать их пистолетом с горячим клеем. Или же любым другим удобным для нас способом. Да. Вот такие вот боксы, ребята. Стоят они недорого. Где-то $1,5 за 5 штук. Заказал я себе 10 штук таких. Если вам тоже будут нужны такие боксы, ссылка будет под видео. Все, ребят, пока.